Municipiul Bălți intenționează să semneze un acord de înfrățire cu al doilea cel mai mare oraș din Letonia, Daugavpils. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Uldis Micuț, care s-a întâlnit cu primarul Nicolae Grigorișin. Tot astăzi, la Pinacoteca Antioh Cantemir, a fost inaugurată expoziția Comorile Letoniei, pentru a face cunoștință tinerilor cu realizările țării europene. Сегодня мы привезли выставку о достижениях Латвии. Это у нас и, скажем так, выдающиеся компании, которые, особенно по технологиям, которые успешно конкурируют в мире, насчет своих изобретений. În 2015, municipiul Bălți a încheiat deja un acord de colaborare cu orașul Daugavpils din Letonia. Молодежь, это, скажем так, наша приоритетная категория, с кем мы хотим работать, рассказать о Латвии и рассказать и о Европе, то есть как мы можем вместе помогать двигаться вперед по интеграции Европы. Между бельцами и Латвией уже существуют хорошие связи, то есть есть намерение заключить договор о побратимстве с городом Даугавпилсом. Даугавпилс – это у нас второй город по величине в Латвии, как и Бельц, второй. La rândul său, primarul de Bălți a declarat că cele două orașe au multe în comun, fapt ce va facilita realizarea mai multor proiecte regionale. Мы только будем рады возобновить наши дружеские отношения между двумя странами, дружеские отношения с городом, которым подписан договор намерения Даугавпилс, и мы готовы к сотрудничеству и открыты. Это и экономика, это и образование, и обмен опытом в управлении муниципальным. Ambasadorul a vizitat și zona economică liberă Bălți, pentru care Letonia este un partener de încredere.